Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей и добро пожаловать на канал Plant Helper. В сегодняшнем коротком видео мы определим троих победителей конкурса, который стартовал на прошлой неделе. Напоминаю вам, что на канале был выложен ролик с очень простыми условиями конкурса, согласно которого нужно было написать комментарий, поставить лайк видео и в комментарии написать свой город и страну, в которой вы проживаете. И несмотря на то, что видео за неделю после публикации не набрало целевые параметры, мне никто не может запретить делать то, что я хочу. Если я хочу, я это делаю. Поэтому сегодня, прямо сейчас, мы определим с помощью YouTube рандомайзера троих победителей. И для этого я копирую ссылку с видео в YouTube рандомайзер, вставляю. YouTube рандомайзер определяет, сколько у видео комментариев. И сейчас случайным образом, нажимая на кнопку рандомайз, я определю троих победителей. Точнее, рандомайзер сам сейчас определит. Напоминаю, что всем троим победителям конкурса я напишу под этим же комментарием свой email или удобные вам контакты, по которым мы с вами согласуем точный адрес отправки. Ведь для отправки посылки необходимы полные почтовые данные, почтовый индекс, фамилия имя получателя, которые мы в индивидуальном порядке с вами согласуем по удобному каналу связи. Итак, друзья, приступим. Нажимаю я кнопку «Randomize». И первый победитель у нас Алла. Поздравляем Аллу. И сейчас я сделаю скриншот. После каждого рандомайзного выбора я буду делать скриншоты, чтобы себе сохранять, кого же выбрал YouTube рандомайзер. Итак, выбираем второго победителя. Второй победитель выбирается точно так само YouTube рандомайзером. И далее нажимаю кнопочку «Обновить», «Повторить». И второй победитель – это Яна. Поздравляем Яну и сохраняю себе, конечно же, таким же самым способом. Итак, друзья, третий победитель на сегодня. Третий победитель – это Ирина. Поздравляем Ирину. И напоминаю вам, что с каждым из участников я свяжусь в индивидуальном порядке под этим же комментарием, который вы мне оставили под видео. Итак, друзья, всем огромнейшее, преогромное спасибо за комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии, очень приятно читать ваши советы и отзывы. И многим миллион спасибо за то, что вы даете мне положительные отзывы о применяемых методах мной на практике, когда вы их имплементируете, внедряете себе и получаете очень хорошие результаты. Мне от этого в 100 раз приятнее, чем я бы просто это делал для себя. Поэтому спасибо вам еще раз. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И, друзья, всем огромное спасибо, всем всего самого хорошего, лучшего, всяческих успехов. И до новых скорых встреч, друзья. Всем пока.